Здорово, хулиганы, как ваш ничего, с вами снова Iron Druk. Мы продолжаем проходить Doom Infernal Attack на картах Memento Mori. Мы начали на уровне A Dead Man's Town. Вытащили пушку Петровича, который смог, потому что он настаивает, чтобы это была его пушка. Погнали! Так, сатир, козел на стероидах, пошел вон. Оу! Что, все? Неужели кончились... А, кончились патроны. Бывает, бывает. Ахахахаха. Ууу, это было больно. Прям в мозг. Что у нас есть с винтовок? У нас, по идее, должна была быть винтовка Мосина. Где-то там. Вот она. Это же она, я полагаю. Нет, она вроде так не стреляет, люто. Так, пиломет. Да прям эта штука рвет, несмотря на свою невдалость. Вот что значит не судить о книге по обложке. Кто тут летал? Камцумия. Никого? Отлично. Что тут выделываешься своим шотганом? Old Western Shotgun, Double Barrel Super Shotgun. Понятно. Просто комната с припасами. Классная тема. Давно таких в Думе не видел. Обычно это комната с припасами, за которые вам придется платить вашим дерьмом и кровью, когда из вас будут выбивать эти субстанции. Yes! Охренеть! Просто пушка выручает. Есть кто живой? Так, блин, призрак оперы, сдохни. Главное аккуратненько подниматься по лестнице. Прям в ягодицу. Ай, я понял, не я один такой суперснайпер. Музычка такая вообще качает. Ну да. А, понятно, кто у меня стреляет, блин, я аккуратно так иду, а мне в спиняку садят. Это вообще цирк. Так, кто там балуется с огнеметом? Оу, парень, не стреляй. Эй, не стреляй. Готово. It's over. You're dead. Хорошо. Хорошо. Так, отлично. Ууу. Они послали на нас свои военно-воздушные силы. Это плохая идея, особенно когда они такие страшные, стрёмные. Пошел вон. Окей. Тут что-то было, определенно. Ни хрена. Не, нифига. Мы, конечно, в форме очень ловкие и красивые, но не настолько. Пошел вон. Назад, Квейк. Назад, фильм про чужих. Назад, хрен пойми куда, но назад. Так, окей. Здесь никого? Здесь никого, но здесь классная сфера, которая освещает комнату. И кажется, я здесь уже был. Окей, да, это дерево полыхающее будет как маркер на карте. Окей, а, уже. Ну, все, глаз стал дергаться, странно. Чтобы глаз не дергался, нужен банан. В нем есть потассиум. А это природный расслабитель мышц. Урок полезных советов во время летсплея с Айроном закончен. Ай. Так. Куда дальше-то топать? Здесь что-то должно открываться определенно. Опять что ли пропустили кнопку или еще какую-то хрень? Как это мы обычно любим делать. Ну, я люблю делать.
Это что, гаусс-пушка была? Нет, это не была гаусс-пушка. Огонь по готовности, говорила Заря. Огонь по готовности. Все. Больше желающих нету. Сейчас я нажму кнопку, и отсюда полезут всякие засранцы с пола, с потолка, со стен. Ну надо же. Просто лестницы выехали. Окей. Красная ключ-карта. Моя. И куда мне ее засунуть, эту красную ключ-карту? А, вижу, вижу, вижу. Let's go. Stupid shits. Бум. Ну охренеть теперь, блин. Сейчас бы телепортироваться за спину мне. Да что ж такое, блин. Ну что ж, демоны, хитро, хитро. Я вам отдаю должное. Хитро придумано. Но второй раз не прокатит. Ну я надеюсь, что не прокатит. Спасибо. Так. Где наш гладкоствол? Ты это, не, с ума так не сходи тут, парниша. Да что ж за нахрен? На, блин, гвоздей покушай. Падла. Фу, еще я весь в зеленом, что траванулся чем-то. Опять у меня гепатит или что ж? Чем вы меня заразили в этот раз? Каким заболеванием, передающимся половым путем, я заразился в этот раз? Я могу узнать. Когда щит не помогает от гвоздей, вам становится очень больно. Понятно. Хватит орать, блин, ты умер. Ой, не люблю этих крикунов, честно. Блин, паладин добра, хорош херню заниматься их щитом, блин. Все, хватит, отпрыгался. Дайте мне мою любимую винтовку из ада. О, шит, я знаю, что это будет сейчас. Сейчас опять откроются секретные стены, и мне начнут драть задницу. Да? А нет. Да, да, да. Но в этот раз мы просто убежим. Кто там такой мощный, блин? Hell Minister, министр ада. Не знал, что он в аду есть министр, честно. 1500 жизней у каждой задницы. Вы что, издеваетесь? Смерти моей хотите, падлы. Понятно. Чем еще мы можем порадовать наших противников? Это что такое? Шатский министр какой-то более активный в плане попыток убить меня, нежели вот тот, который в красном. А срать он хотел эту пушку. Понятно. И все это под вопли этого суицидальника. Это просто боль. Так, что у нас есть еще из... По краешку его выцеплять. Ну блин, даже половину ему не снял. Отстой. Ничего, сейчас все будет. Этот шар в лицо был просто бесподобным. А если у меня реально сфера, которая время замедляет? А то как-то подписчики говорили об этом. И нахрена я это? Ну, в принципе, неплохо, наверное, в какой-то степени. Может, он как-то отвлечет на себя внимание, потому что я вдруг подумал, что вызвал Арквайла себе на погибель. Подумал, ну, Айрон-то совсем сдурел.
кусай, падла. Ты на моей стороне? Хорошо. Хорошо. Ну ладно, господа, только не подумайте, что вдруг резко я... Стоп, ты не на моей стороне, падла. А, не, на моей. Френдли написано. Ну а чё ж вы друг друга месите? И меня самое главное. Вот этот не френдли, стопудово. Окей. Давайте дальше смотреть, что у нас происходит. А ничего хорошего у нас не происходит, я вижу. Так, БДСМный ревенант опять. Здравствуй, жопа, Новый год. И не вздумай воскрешаться. Не вздумай, сволочь, я тебя запомнил. Из чего меня сейчас пытались убить, я могу узнать. Вроде не с ракетницы обычной. Ага. Понятно. Эй! Я кому сказал не воскрешаться, сволочь ты тупая? Окей. Сойдет. Так. Так, где-то там кто-то очень любит побаловаться с рейлганом. Я погляжу. Эй! А, это совершенно новый противник, который решил меня просто вломить. Fuck it. Готово. Теперь будем думать. Так, у меня опять гепатит, я погляжу. Блин, как я вживую до сих пор, а? Кластерфаки сажали на стероиды. Тут гепатиты другие за ППП. Кошмар. Кошмар, мать его. Рейлганер. Тоже какой-то электроганер. Закончили свою карьеру. Бегу без палева, думаю, а вот все будет хорошо. Ага, так не бывает. Не знаю, кто были эти люди, но они плохие определенно. Вот, ружье всегда работает, никогда не подведет. Ну блин, стелсман куб, ну хорош. У нас есть еще хилочки. Упс, а нет, что-то есть. Но она не работает. Это какая-то emergency, по-моему, хилка, которая, блин, еще выделывается постоянно. Ясно. Броня меня защитит, да? Сволота толстая. Окей, есть. Есть. Гвозди позабирали, все позабирали. Уу, валим отсюда. Уу, и целый, блин, драный. Но на это у нас уже есть управа, как бы, так что нормасик. Сейчас будем пытаться стрелять на дальней дистанции. Главное, чтобы сзади сейчас никто бы не пристроился, не телепортировался. Ну, как они это обычно любят делать. Просто так без палева стреляем из всего, что под рукой есть. Так, что у нас еще есть? Ух, ни хрена ж себе, блин. Кто-то не ожидал такого дерьма в своей жизни. К такому дерьму жизнь кого-то точно не готовила. Хорошо, что эти дебилы не умеют... Так, звуковая пукалка. Звук красивый. Блин.
Все, конечно, прикольно, но... Где там снайперка была? О, все. Блин, один с патроном все это отстой. It sucks. Оу! Черт, чуть не залезли незваные гости. Так, что у нас еще есть из добра и позитива? Так. Нет патронов, нет патронов, нет патронов. Блин, ну можно звуковушкой пострелять. Все. Веселуха кончилась аккуратно снайперской винтовки. Умри! Умри! Я бегу-ка в сторону, потому что... Не хочу, чтобы мне кричали «Умри!» и полили всего, что есть. Умри! Это 100 хп не выносят, не так ли, дружище? Умри! Готов! Так, что у нас еще есть такого веселенького? Воу, что это? Что это, мать твою? Что это было? Ага, прыжки не вработают. Что-то дезморалит меня это лицо страшно. Я лучше сныкаюсь, сохраню здесь на всякий случай. Чтоб мне не пристроился никто сзади, не стал орать в ухо. Фу, мерзко было. Мерзко! Смейте меня дезморалить, падлы. Окей. Что-то неплохо вы охраняете это место, я вам так скажу. Неужели там что-то ценное? Давайте деревья спалим. Стелс-говнюков на меня натравим. Нормально, нормально, нормально. Потерпим. Умри, сволочь. Как ушки, больно? То-то же. Умрите от звука. Вот это реально звуковая пушка, блин. Что ты такое, мать твою? Почему продолжаю увидеть новые и новых врагов, блин? И моим удивлением нет конца до сих пор. Так, все хорошо. Не знаю, что это было, но новый мир. Так, стильные кожаные штаны. Задрал. Интересно, чужих можно было убить звуком? У них вроде ушей не было, не знаю. Ладно, оставим это для дебатов следующего раза. Фу, блин. Save game. Там кто-то массивный лазит, исходя из того, что я слышу, вот эти топани. Но я никого не вижу массивного. Я тупо вообще тут никого не вижу. Оу. Эй! Нечестно стрелять человека, который в карту смотрит. Этот друг мой называется жульничество. Блин, слушай, ты не бегаешь нормально с волота. Так, момент. Косякнули. Блин, more options. Так, нет, не то, не то, не то. Блин, как я это ставил? About, нет. Так, setup game. Ладно. У меня автаран просто врубился, я как-то не шибко его люблю. Чёртов автаран. В принципе, не так уж все плохо, если подумать. Но не так уж все хорошо. Окей. Окей. Мегабарон отправляется в задницу. Мы сейчас будем бегать, пока мы, скорее всего, не сдохнем. Это будет не есть хорошо. Не так ли? Окей.
О, синяя ключка-то, спасибо. Надеюсь, оно того стоило. Все мои страдания за нее. Наверху, но... Эй! Понятно. Снайпер. Вас мы не звали на нашу встречу. Барон, не понять, пойми какой. Так, ясно. Наверное, меня уже проклинает мысленно за эту пушку, чувствую. Вот, я люблю вот такие вот именно моменты, когда есть экшен. Плевать, куда бежать, где там что лежит, главное, в кого стрелять. Блин, криповые деревья огненные, которых тут раньше не было. Я помню, что их тут раньше не было, железно. Кто-то где-то еще лазит. С явным желанием надрать мне сраку. Воу. Фу. Так. Вижу. Господа, вам не слиться с местной архитектурой. Кабум! Блин, эта пушка задрала пищать, честно. Оу, шит, спасибо. Это было красиво. В скобках нет, это было некрасиво. Идите в жопу. Закрыт? Окей. Окей, окей. Понятно. Где-нибудь в углу засейвимся, наверное. И, наверное, закончим этот эпизод полный экшена. С вами был Айрон Друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. И до скорого!